выше. Поэтому он идет вверх. Ну, это... Правее. Левее. Так это типичное будни УАЗ-завода. Левее, 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 левее. Это что, у нас все? Весь экипаж прекрасно ловит автомобиль. С первого раза поднимается. Ну так это, да? Молодцы. Вот это уровень. О, кайф. Ну, чуть совсем осталось до самой вершины. А, Григорий Алешин умеет ездить на джипах. Мы сейчас вас наверху подождем. Поехали. Ну а что я попрусь туда, что ли, если у меня с этой стороны нормальная колея? Видишь? Угу. Все нормально. Ну, уже попробуем, ладно? Давай, поехали. Термальные источники. Поехали, что? Все едут, едем, едем, едем. Мы уже вас ждем, стоим. Вы можете по левой лужи проехать, попробовать? Да по которой ты уже ехал? Ехал, в том-то дело. Ну давай. Ну давай. Если вы, короче, там застреваете, мы с первой машины едем обедать и в термальные источники, а вы там делайте, что хотите.